Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Come With Man. Сегодня воскресенье, я не знаю, какое число, если честно. 19-е. Завтра то. А, ну правильно, на понедельник на 20-е число собирают передачу. Ладно. Проезжаем, кстати, мимо передачи. Говнюк проехал прям нас подрезал практически. Ладно, не важно. Мы с утра проснулись, взбодрились, посмотрели Шерлока, вторую серию не досмотрели до конца. Собрались, как вчера и планировали, едем сегодня на горку. На какую-то дико большую, невдолбенную горку. Вот, мы заехали к родителям на маршрутке с Ледянкой, потому что Ледянка была у нас дома. Ну, хорошо, хоть маршрутка пустая была, поэтому было не проблема сесть. Потому что мы живем на конечной. Да, именно поэтому она и пустая. Вот, короче, приехали к родителям, взяли машину, оставили ноутбук. На ноутбуке 17 закачек дали. Да. Всяких сериалов. Я сфоткала. Круто, у меня что-то зуб заболел. Резко. О, все, не болит. Резко заболел, резко перестал. Нас сейчас Тёма ждет. Мы немножко опаздываем на 15 минут. Но так вышло. Так вышло. Я не думал, что он приедет. Хотя не факт, что он уже приехал. Возможно, он просто так звонит. Вот, короче, встречаемся с Ирой где-то там на выезде из города, и она показывает нам дорогу до этой супер невдолбенной горки. Ребят, мы забрали Тёму. Вон он в багажнике. Тёма не может смеяться. У него ушиб. Ушиб на ребра. Вот. Короче, мы что-то отстаем. Впереди мы, короче, ведомые, впереди ведущие на девятке и семерке. На семяне. Семерка или шестерка? Это Семен. Семен. Я его знаю сзади. Девятиный Семен. Короче, все, уже мы заправились и едем на ту самую горку. Ты что, взял вот это Ледянки? Две штуки. Две, отлично. Бордовенькая, голубенькая. Замечательно. Все, и у нас тоже наша апгрейдная. С подушкой. С подушкой из Икеи, ну, для деревянного стула. Мама решила пожертвовать. Для деревянного стула? Да, а кстати, вчера, ну, вы, ребят, видели. Для Тёмы специально он еще не успел видеть. Не успел видеть. Вчера, короче, один чувак, одногруппник Алиска, Лёша, проехал с горки на стуле. Первый раз, да, он проехал отлично, прям дальше всех. Прям. Да. Ну, прикинь, площадь соприкосновения. У него еще пластиковый на балдашнике, старый стул железный. Да. И пластиковый. Скукоженный такой. Да. Проехал ништяк. А второй раз у него ножки сложились. И все. Так он еще ростом, блин, сколько там, 1.95 метра, наверное. На голову выше меня. Ну да, ну почти 2 метра он. Это тот, который с утра в дрова уже? Ну не с утра, мы приехали, он уже был подбитый. Был подбитый, но это все нормально. Едем. Брюжейка. А? Брюжейка. Вот так вот сложилось. Он вам рассказывал про операцию, как ему брюжейку вправляли. Что такое брюжейка, скажи, ну как медик? Брюжейка — это то, за что кишка держится. Вот, она у него оторвалась. Прекрасно. Он 3 дня человек. Кстати, мы сейчас находимся в каком-то... Я не знаю, это еще большие поля. Здесь довольно-таки прикольно. Смотри, елки. Покажи, пожалуйста. Все, вот, все. Все, мы уже проехали. Все, проехали. Да что это? Вон елки, все видно. Не, ну там было классно. Домики такие. Есть, конечно, дерьмастые, а есть такие снаружи кирпичом обложили. И все. Зато теплые. Теплые. Если, конечно, внутри не разобрали. А вон хороший домик стоит. Такой, не слабый. А, вон, да. Отлично. И достаточно, типа, далеко здесь воздух-то почище, я думаю. Наверное. Ну, по-любому почище. Наверное, возможно. А что там, не знаю точно. Не уверен. Открой окно, я понюхаю, скажу тебе. Да, почище. Почище. У меня настолько левел прокачан, что я даже не открываю окна, понял, что почище. Горочка. А люди? Надо будет со стороны было показать. Мы едем. Да, ну мы доедем и снизу покажем. Не, я знаю, мы... Все? Где там, Тём? Ты зацепился?
Зацепился? Все, держись. И еще. Что-то сломалось. Уходим, 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 уходим. 450 рублей. 400 рублей. Ну ладно. Нифига вы стартанули. Закусили ледяночку. Да. Все щепки в меня, блин, полетели. Да? Да. Ну ладно, сейчас добьем ее и все выкинем. Да. Мы сейчас заснимем, как ребята поедут. Поехали! Но они даже не расцепились. У них левел больше. Пойдемте отсюда. Ладно, пойду, дорогу перейду. Борща? Тёмка борща хочет. Мы, короче, перекусываем и греемся. Потому что немного подзамерзли. Короче, решили еще немножко покататься тут и потом поехать в Советский парк. Там, потому что есть естественная гора. Так сказать. Ну, здесь искусственная. А там естественная. А тут искусственная. А там естественная. Ноги, блин, грейтесь. Короче, мы накатались. Нифигашечки не слышно. Вот, по одному самое четкое. Алиска все засняла, все круто. Мы сейчас, короче, ждем, когда ребята съедут, и мы поедем домой. Они уже скоро поедут. Че, секунды, где вы? Музыка играет. Будет даже смешно, если я тебя толкнул. А, да. Какое такое? Это вообще жестко. Улетело? Да, улетело. Все, короче, пойдемте домой. Ребят, мы были уже у Алискиных родителей, покушали. Я вообще дико хочу спать, я какой-то усталый, у меня нет настроения. У меня болит копчик. У меня поясница после этой ледяной горки. Мы идем в Travelers, чтобы купить кружки лютые. Лютые кружки мы хотим купить для большого попивания кофе. И чай. Может, чай попробовать? Ну, не здесь чай. Наверное, лучше в каком-нибудь чайном аромате. Ну, да. Короче, мы не купили кружки здесь, потому что мы что-то вдруг поняли, сфигали. Мы хотим купить кружки с логотипом Travelers, если в мире посуды есть простые кружки, абсолютно да. Такие же, и стоят в 10 раз дешевле. Потому что здесь 650 за кружку, это ж капец. Где игрушка? Где игрушка? Ищи игрушку. Игрушку ищи. Где кактус? Ищи кактус. Кактус. Где кактус? Парень, где кактус? Кактус. Чуваки, мы находимся сейчас в Обби. Мы приехали сюда, чтобы купить специальную штучку, чтобы отпиливать под 45 градусов. Нашел вот такой вот молот Тора. Говорю, по-любому Тор в фильме был с таким же молотком, только зеленым. Хромакеи подрисовывали потом четкий. Хотя не обязательно быть зеленым. Просто можно вот с этим бегать, а потом просто точки, маркеры вот тут и вот тут. И прикрепить потом нормально большой молот. Мы вышли из Обби, не с пустыми руками. Мы купили, блин, два светильника. Завтра будем вешать. Этот чувак меня напрягает, который идет прямо по дороге. Быстрее обидеть пока встречу. Да, нормально. Все, он отошел. Короче, два светильника, потом
причем светильники... Из лампочек. Да, ну, из лампочек, но они есть, это хорошо. Причем они автономные, как бы, ну, можно выключать их прям там, такая, знаешь, как в старину это, цепочка. Веревочка. Да, из шариков такая. Обычно в ваннах, как сказать? Ванных комнатах. Ванных, да? Да. Ваннах. В ванных комнатах обычно затычки для ванны на таких были. Круглые шарики. И на брелках всегда были такие. На брелоках. На брелоках хорошо. Я не русский человек, я не знаю, как говорить на вашем могучем языке. Чего ты? Короче, еще мы купили удлинитель, потому что там нужен нам удлинитель. Мы немножко обсчитались с розеточкой, грубо говоря. Ну, да не то, на что самом мы, деле. Так пришлось. Ничего мы не обсчитались. В смысле, их там две штуки. Мы просто решили одну оставить на всякий случай. Ну вот. Нам нужно хорошо. Две. Да, их там нужно, и две нам есть. Нужно, пожалуйста, но мы решили розетку. Одну для телефона оставить. Хотя в другом месте она тоже есть. Да. Надо вот туда вставить, там за тумбочкой. Короче, ладно, это не важно, это мы вам все покажем. У меня есть еще для вас сегодня сюрпризик один, который я вам не рассказывал про точку доступа. Я же не показывал, не рассказывал, это великое мошенничество. А вдруг это тебя кто-то смотрит сверху? Мошенничество, в кавычках, конечно. Никакого мошенничества. Я ничего такого противозаконного не делаю. Так вот. Еще мы купили такие липучки для ножек, столов, стульев, кровати, чтобы не царапать пол. Ну и чтобы кровать не ездила, потому что у нас реально сейчас твердые ножки деревянные у кровати. Если даже, короче, садишься, она отъезжает. Да ладно, садишься. Ты когда лежишь на кровати, можешь дергануться, у тебя вся кровать уедет. Да, когда переворачиваешься. И такое ощущение, что она вот так вот... Да, а на самом деле... Во сне особенно, когда ты спишь, начинаешь переворачиваться, она куда-то съезжает, и ты думаешь, блин, ты что, летишь куда-то? На самом деле она просто вся сдвигается. Да. Настолько скользко, как... соприкосновения, нет трения никакого. Но приклеим эти штуки, будет нормально, наверное. А может и нет. Вот. И сейчас едем вот в тот вот самый магнит, чтобы самый купить большой. Сыр. С плесенью. Помните, был такой? С белой. Рокфорт был такой вот чувак. Блин, Чип и Дейл мультик, и там был Рокфорт. Кто это? Рокфорт? Не помню. Усатый такой. Он же сыр любил. Да. Его и звали Рокфорт. Как сыр. Чувак не пропустил девушку, которая переходила по пешеходному переходу. Чувак козел. Вообще. В магните ничего нет, мы приехали в Окей, который находится на левом берегу. И смотрим сыры здесь. Алиска хочет какой-то... Президент? Именно президент или... Я хочу с белой плесенью. С белой плесенью. Тот, который с белой плесенью был, он был не особо вкусным. Вот это, наверное. Я вообще люблю российский только. Простой сыр российский. Я вообще люблю сыр. Сейчас покажу. Я большой гурман сыра. Я люблю вот такие вот сорта. Вот такой. Нет, неправильный. Вот этот ты любишь. Где он? Вот этот и вот этот. Вот. Чего это? Не то все. Вот этот ты ел последние две недели. Это все неправда. Я говорю, как российский. Серьезно? Да, вот этот. А, ну вот тогда. Вот этот вкусный. А вообще российский. Просто самый простой российский сыр. Весь день в шапке, блин, проходил, и теперь причесон какой-то вообще уродский. Вот, мы собираемся смотреть американскую историю ужасов, накачали дофигища всего, заехали к родителям. 17. Забрали, да, 17 закачек. Вот, мы все-таки съездили еще в Окей, ну, вы видели, да, туплю. И купили там чай. Чай, кстати, купили... где пуэр купили попробовать, потому что реально я как-то кто-то угощал на работе, есть какой-то не пуэр, а простой чай с миндалем, а есть вот такой вот пуэр 7 звезд конфуций, черный чай, черный китайский байховый пуэр 7 звезд, ну хрен знает, там их сколько, а там их не знаю, там их много. Ну, тут целая статья, короче, написана, что это за чай и для чего это, что лечебные все дела. Короче, друзья, я хочу вам показать сейчас то, что недавно было приобретено нами для того, чтобы ловился интернет. Это окно. И вот такая вот точка доступа. Я рассказываю, что это такое, вы внимательно понимаете.
около дома. Я сейчас покажу ее немножко. Вот две антенки и модемчик. От него провод только питания. Питание подключается вот сюда, в розеточку. Розеточка уходит вон туда. И там, а тут вот рядом лежит на железной коробке 3G модем от МТС. Тот самый, на котором скорость скачивания отличная, а скорость исходящая дерьмовая. Находясь рядом с домом, в машине сидя, разогревая ее утром, я обнаружил с телефона халявную точку доступа. Как бы она, короче, без пароля, без названия, там какие-то просто буквы. Вот, я зашел, смотрю. Причем она отображалась на карте. Есть приложение такое, сейчас вам скажу, кстати, оно достаточно прикольное, полезное приложение. Действует, естественно, не только в Омске, карта. Карта Wi-Fi, типа. Ну, Wi-Fi находится. Нет, это другой? Мы другой, да. А причем она называется просто тупо Wi-Fi. Я не знаю, как-то она странно очень. В общем, фишка такая, что это вот такая вот карта. Вот. Можно посмотреть. Вот, видите? Сколько всяких точек. 292 точки. И он показывает халявные точки причем. Есть халявные, а есть те, которые нужно там зайти, допустим, на сайт. Ну, знаете, сейчас как там в аэропортах, на вокзалах такая фишка, что заходишь, как бы он тебе не дает никуда зайти. Тебе нужно сначала определиться, что ты гость. То есть он тебя отправляет на адрес странички, там ты нажимаешь «ты гость», и все, и тебе доступ там на час, допустим. Вот, ну ладно. Здесь точку доступа я нашел через эту карту, что вот здесь где-то она есть. Не знаю, в этом доме, в соседнем доме, или это от БСМП вообще. Вот, и... Она ловится по ту сторону окна, а здесь, короче, она не ловится. Ну, потому что у телефона Wi-Fi не такой мощный, у компа тоже, у ноутбука не такой мощный. И я подумал, купил такую точку доступа, которая вот ставится около окна, две антенны, на две антенны он усиливает сигнал, он ловит с одной, допустим, там 7 дБ, у него сигнал, и другой дБ, 7, и, короче, увеличит, считай, в два раза скорость. Точнее, не скорость, не скорость, а сигнал. Короче, ладно, неважно. И раздает тут же. Он и ловит, и раздает сюда. То есть здесь у нас в квартире можно ловить теперь этот Wi-Fi. И что мы, собственно говоря, делаем. И через него я и выкладываю влоги. Самая фишка в том, что у него скачивание дерьмовое, а отдача, наоборот, хорошая. То есть мы МТС-овским пользуемся для серфинга, для скачивания. А вот этим вот халявным разочек включаем, чтобы просто слить 500 метров. Влога. Как-то так. То есть, ну, очень круто. Если у вас есть халявный где-нибудь Wi-Fi поблизости, то я вам крайне советую такую точку доступа. Это TP-Link 801, по-моему, или 810. Как-то так. Точка доступа так и называется. Есть всякие разные еще точки доступа. Короче, друзья, все. Мы будем смотреть американскую историю ужасов. Завтра у нас грандиозные планы по ремонту, доделыванию всякого-всякого. Мы же купили лампы, завтра вам все покажем. Она еще нормальная. Мы не уберем. Не уберем, говорю. Точно? Да. Мы не уберем. Все. Ты, походу, это оставишь, да? Смешил, когда пал. Нет. Не буду оставить. Все, друзья, это вообще все, смешинку проглотили. Мы, короче, спорили просто, будем мы убирать вон елку основную или нет. Я говорю, уберем. Это уберем, а то нет. Уберем. Все, друзья. Она еще нормальная, будем. Хорошо, она нормальная, мы не будем убирать. Давай уже прощаемся. Попрощайтесь с этой елкой. Стой, не прощайтесь. Все, друзья, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Чуваки, живите позитивно. С вами были мы. Покеда! Уберем елку по-любому. Мы уберем ее завтра. Нахрен выброшу ее на помойку прямо. Пока, елка, пока! Она нормальная!